А что, мне весело? Тебе весело? Мама говорит, бред. Тебе весело? Смотрите, какая красота впереди. Картина маслом. Вон дерево, смотри. Вот здорово. Секрет, пожалуйста. Оксана, Оксана, Оксана! А что вы делаете? Мы там рисовали. Я нарисовала эту карту. Я нарисовала. Мои часы! Ау! Мой! Мои блокноты! Мои связи! Пап, никому не расскажешь? Хорошо, не буду. Няня, мне слово. Все. Ну, маме можно рассказать? Потому что... Это как папа куда расскажет, туда и будет. А сегодня у нас будут шашлычки. Вкусняшка какая. Знал, что у вас зеленые утки. Я думаю, у всех коричневые. Все зеленые. У меня велосипед, и я на нем так гоняю. Как на мотоцикле. О, путешествие. Гарри! Гарри плывет, видишь? Из-за острова до стреж. Давай, Оскарыч, громче. Экрази! Переднем Алла Борисовна Лизаветою княжной. Эх, свадьбу новую справляет сам веселый и хмельной. Легкий пикничок на природе. Да, мамочка, легкий пикничок. А я тут, как всегда, книжку смотрю. Это уже второй наш пикник. Нет, третий, потому что у нас еще было там. Да, еще третий пикник в вашей жизни. А какой вид красивый, видите, папа нам устроил. Там
На мангале будем шашлычки жарить. Костер для радости жизни. Детки ждут вкусного ужина. На столе все готово. Да. Это называется жареный хлеб. Да. Поникли листья у свежепосаженного каштана, осенью сажал. Сейчас буду заливать. Жара такая, что надо. Бросили шланг, почва песчаная. Здесь у нас высоко склон, соответственно, быстро теряется влага. Вот сейчас тонкой струйкой будем всю ночь его заливать, нашего каштанчика, чтобы он ожил, дорогой наш. Вот его брательник, который в низине, он нормально себя чувствует. Смотрите, листья, видите? А тот что-то погрустнел. Надо работать. Короче, у всех, у кого есть приусадебное хозяйство, кто что-то посадил, поливайте, поливайте, поливайте сейчас в эту жару. Потому что даже если прошел дождь, это всего 2 сантиметра вглубь влаги. И быстро она испаряется. Пей, каштанчик, воду пей. На здоровье. Давай, оживай. Here, the billionaire businessman discloses the secrets of his success and provides a blueprint for those who want to follow in his footsteps. And he goes beyond the matter of making money to the question of what to do with it.